Добрый день, я доктор Юрий, работаю в больнице болезней зависимости доктора Воробьева в городе Белграде. Сейчас буду путаться русское, белградское. В городе Белграде, Республика Сербия. Наша клиника существует уже 11 лет. Как специалист-анестезиолог-реаниматолог могу сказать, что в течение этих многих лет мы успешно справляемся с лечением болезней наркотической зависимости. Что прежде всего хотелось бы сказать? У нас уже давно и достаточно успешно отработаны методики долгой детоксикации от опиатской наркомании. Эти процедуры проводятся в течение многих лет. Уже достаточно отработанная методика, достаточно хорошо себя зарекомендовала и высокий процент окончательной излечимости. Процедуры детоксикации проводятся под процедурой глубокой седации. Что мы используем? Мы используем различные методики, различные препараты, которые позволяют ввести больного в глубокую седацию, в те самые тяжелые моменты, когда происходит чистка рецепторов организма от опиатов, когда хуже всего переносится это пациентами, чтобы они не чувствовали, чтобы все проходило гладко и без боли. Прежде всего используется большое количество седативных препаратов, большое количество анестетиков. В течение 6-8 часов идет эта процедура. Пациент находится в глубоком сне и ничего не ощущает. Затем происходит перевод пациента с опиатов, с героина, с морфина, переводится перевод на Субутекс, производится. И таким образом постепенно в течение нескольких дней мы обычно используем 2-3 процедуры детоксикации с интервалом в 2-3 дня, после чего окончательно пациент уходит от опиатов и переводится уже на антагонисты опиатов, и затем переходит уже поддержку лечения обычной противоабстинентной терапии без медицинских опиатов. В связи с этим хотелось бы сказать, наша клиника зарекомендовала себя достаточно широко уже и довольно успешно в Европе. Большое количество пациентов, которые нам благодарны, приходят в течение многих месяцев и лет на контрольные проверки, показывают, что наша методика достаточно успешна. Сами процедуры детоксикации абсолютно хорошо переносятся пациентами, в отличие от, например, простого перевода на Субутекс без глубокой седации. Кроме лечения наркотической зависимости, наша клиника давно и успешно работает с алкопациентами, пациентами, которые зависят от алкоголя. Также владеем различными методиками детоксикации, проводим инфузионную терапию, проводим детоксикационную терапию, проводим методики лечения нейроджетом, трансаиром, специальными аппаратами, которые позволяют уничтожить психическую зависимость от алкоголя. Лечение проводится обычно в течение 10-12 дней. Проводятся также процедуры очистки организма лекарственными средствами, плюс широко используем методы психологического воздействия. У нас работает большая команда психологов. Яркий свет не могу. Большая команда психологов работает, успешно себя показывает с пациентами. И так в совокупности все вместе мы заодно побеждаем и этот вид зависимости. Поэтому я настоятельно рекомендую людям, которые не могут побороть самостоятельно все эти виды зависимости, и наркотической, и алкогольной зависимости, настоятельно рекомендую прийти в нашу клинику, где успешно на протяжении многих лет используются различные методы лечения и детоксикации. И вместе заодно мы обязательно победим эту зависимость, эту болезнь, и вы сможете вернуться к нормальной жизни, сможете вернуться к нормальной работе, будете счастливы, будете жить в семье, будете иметь хорошую работу, и будете иметь хорошие перспективы и высокую гарантию, что никогда больше не вернетесь назад в это черное прошлое.